Теперь о крупном ДТП в Москве с участием рейсового автобуса и 6 машин. Все случилось на Мичуринском проспекте. Аварию сняли камеры наблюдения. Вот эти кадры. Видно, как автобус на большой скорости выезжает на встречную полосу, врезается в машину, потом задевает еще несколько и, наконец, влетает в столб. Произошло что-то с водителем или у автобуса отказали тормоза, пока неизвестно. Погибших в этой аварии нет, пострадали 5 человек, они госпитализированы, состояние одного оценивается как тяжелое.